Мир вашему дому. Приятного просмотра. Не забудьте оценить мое видео. Сегодня тема будет про электронный предохранитель. В руках у меня плавки и предохранители для радиотехники и для автомашин. Эти предохранители одноразовые, и после выхода из строя они не восстанавливаются. Подписывайтесь на канал. И чтобы постоянно не менять, я решил смастерить электронный предохранитель. Изначально я сделал предохранитель на 1,5 ампер, потом по необходимости довел до 12 ампер, напряжение здесь в порядке, от 3 до 12 вольт. Перед вами электронный предохранитель, сейчас подключаем с блок питания на вход, подаем 4 вольт, а эти провода идут выключателю, чтобы включит и выключит светодиодную лампочку. Подключаем на выход измерительный прибор, амперметр. Амперметр надо подключить через сопротивление. Нагрузкой у нас будет служить нехромовый провод. Внимательно смотрим на прибор. Показание 2,8 ампер. Подключаем еще раз, уменьшаем сопротивление. Показание 4,2 ампер. В общем, проводил эксперименты, предохранитель срабатывает свище, 12 ампер. Принципиальная схема, печатный рисунок. На этом я с вами прощаюсь.